Погнали. Я как бы выбираю себе свое направление, да? Я выбираю вот такое. Вот такое. И вот так я кругаля бегаю, да? Здесь, соответственно, его отводим вот сюда. Где мы будем убивать последнего прихвостня по капканам? Вот здесь где-то поставим капкан, где я сейчас стою, да? И вот сюда его будем ловить. Вот. А, как бы бить лучше, ну вот на этом пятачке. Потому что если ты упадешь, то как бы тебе надо быть не в центре явно. Даже вот, вот здесь. Вот эти заранее можно хавать, бро. Ну вот, ты понял, да? Суть алебарды. Суть алебарды, я думаю, ты понял. Ну и все, и не торопись. Реально, вот не торопись, когда будешь с ним бомбиться. Вот эти хилки периодически можно за раз и по две юзать. Это не экономно, зато это действенно. Как только у него 1/4 жизнь падает, выбегает первый прихвостень. Посмотри по карте. 1, 2, 3, 4. То есть подели его жизнь на 4 и получишь, когда выходит его, значит, вот эта прислуга. Помощники его. Что такое круговой удар и гильотина? За круговым ударом можно за его спиной прятаться. Я не буду этого делать. Ты это сможешь делать спустя время, не сразу. Что такое гильотина? Это такая штука, которая прям прихлопнет тебя сразу, если ты будешь в упоре. Но опять же, ничего страшного. Ничего страшного. Как бы имей в виду, да, ты на нем можешь упасть. Надо сразу думать о том, как мы будем поднимать лут. Чтобы лут поднимать, надо вот здесь умирать. Или лучше вообще вот здесь, вот где я сейчас стою. Нормально, нормально идет. Чик. Уа, пить хочет. Оп. Ну, видно, да? Ты понял. Гильотина, она, кстати, намного проще, чем круговой удар. Почему? Потому что гильотина, она один раз бьет, и он чуть-чуть все-таки тормозится. Круговой, он как бы сразу с подшага начинает бомбить. Круговой удар, фишка, конечно, за спину надо прятаться. Ну, опять же, я не буду тебе этого показывать, потому что это уже не после первого килла ты сможешь делать такие фишки. Вот он, появился первый его мужчина. Мужчин можно бить и со щитом. Причем, посмотри, я сейчас... У них фишка такая, пол жизни, да, как только доводишь до половины жизни, они начинают бешено какие-то обилки юзать, ну, что-то такое. Они ускоряются, короче, они берсерка включают, грубо говоря, да. Вот он, берсерк. Понял, да? Берсерк отнимает. Посмотри внимательно. 4 деления. 4 деления мы ему сняли. Фишка в мече в том, что 2 удара, как мы делаем с алиба... Ну, короче, блин. Меч-то такая штука. Гильотина. Он сложнее. То есть по 2 удара, по идее, ему надо делать, да? По 2 всегда надо делать по 2. Я тебе сейчас показываю самый простой вариант. С алебарды делай один удар. Реально, ты не будешь умирать. Ты придешь первый раз, все умирали, а ты не будешь. А ты не будешь. Все падали, а ты не будешь, бро. Все сделано, чтобы ты вообще прям обделался, когда ты с ним сражаешься. Я не показываю тебе экономный режим. Я показываю тебе режим, в котором ты будешь побеждать. Так, пошел еще один парень.
Вот на этого пацана мы с тобой лук приберегли. Вот, видишь, он идет с гребаным щитом. Мы с тобой подобную, да, систему уже юзали. На севере. На севере точно так же мы с тобой работаем по цели. Держи, друг. Ай, блинчики. Два удара, и он достает щит. Тут как бы не надо изобретать велосипед. Ну, блин, тратить на него алебарду, я не знаю, сам смотри. Когда в режим берсерка они заходят... Нет, три удара, да? В режим берсерка, когда заходят, да, тогда, в принципе, можно юзать. Держи, друг. Держи, мужчина. Покажи. Личка, красавчик. Сейчас войдет в режим берсерка. Ой, чуть-чуть бы и не успел. Беспредел вообще. Оп, достал щит, негодяй. Они все более-менее просты. Следующий парень будет кидать яд. Только последний, бро. Вот за... ради последнего мы с тобой, собственно, и притащили настойку мандрагоры, да? Чуть-чуть, да, так подловились. Что у нас тут? Шикарно все. Здесь всегда шикарный лут. Так, ну что, поехали дальше. Почему именно алебарда? Щит дает доп. Защиту, но когда волнорез будет... Блин, ну это жесть, короче. Волнорез — это такая вещь. Короче, ты фиг от него увернешься. Ты понял, да, почему я тебе рекомендовал бинты? Бинты прям хорошо обычный удар закрывают. Но если волнорез, тебе не хватит одного бинта, чтобы выжить. А вот он волнорез. Понял, да, что это за тема? Так, что у него там по жизни? Опять же, почему я достаточно уверенно себя чувствую, несмотря на то, что я давным-давно не был в подземелье. Я думаю, этот момент надо учитывать, да? Я реально в подземке не был уже 1000 лет. Блин, да потому что я уже 1000000 раз его убивал. Ну ты видишь, да, разница, почему вот эта вот штука. Шикарное, нормальное расстояние от него. Вот почему алебарда. И ничего не фантазируем. Один удар побежал, один удар побежал. Гидур, вот этот парень, когда станет берсерк, да, он будет тебя, короче, травить. Травить. Вообще, настойку мандрагоры можно вот в эти моменты во все юзать. Реально. Не-не-не, затупил. Он травит тебя и так по любасу, а когда он берсерком станет, он быстро будет бить, как и все. Вот, да, и пошла жара, пошел он накладывать дичайший яд. Дичайший яд. Оу. Знаешь, почему я сейчас мог откиснуть? Потому что я экономил. Я экономил, серьезно. Мне было жалко тратить хил раньше времени. Вот я тебя предупредил в начале ролика. Не экономь, бро. Ну не надо, ну зачем тебе это надо? Так, у нас остался последний мужчина, да? Самый жесткий парень будет, реально. Оп, волнорез. Видишь, как аккуратненько, если с бинтами, да? Можно было за спину бежать. Я просто давно уже не был на нем. Я не привык бегать за спину. Так, стоп. Давай подготовимся. Подготовимся к последнему парню. Я честно тебе скажу. Я никогда не юзал капканы. Скажешь, да ладно. Серьезно, ни разу, ни одного капкана я не юзал на последнего пацана. И это неправильно. Абсолютно неправильно. Почему?
Но потому что я падал, я потерял короб, один точно потерял здесь, из-за того, что я не юзал эти фиговины. Угу, подловил меня в углу, негодяй, блин. Ну, как бы не страшно, да, все нормалды, все под контролем. Почему я один капканчик всего лишь сделал? Ну, не надо больше. Достаточно и одного. Мы с тобой алебардой на расстоянии, пока он будет в западне, да, будем его нагибать. Видишь, как красиво заходит наш сет? Красиво же сет заходит. Вообще, в чем фишка вот этого парня? Вот этого парня Ерона. Он, короче, застанет он тебя может в любой момент. Вот прям вот без шуток. Когда ты с ним начинаешь драку, обязательно ешь периодическое лечение в хорошем количестве. Соответственно, он к тебе подбегает в упор, да? Встанет, подбегает в упор Айзенборг и до свидания тебе, домой. Я оттягиваю по максимуму Айзенборга. И сейчас мы заюзываем капкан. Показываю, что значит капкан, бро. Понял, да? Обрати внимание, сколько хп я ему оставил. Алебарда всего лишь плюс один. Вообще, ты скажешь, и чё тут сложного? Ничего сложного. Не жалей капкан. Не жалей вот этот один капкан. И тогда будет ничего сложного. Пожалеешь капкан? У нас уже здесь с тобой заготовлены нормальное количество ботиночков. Спокойно берем их здесь. Где они, блинчики? И готово. Все. Это все, что нам надо. Ну и самое главное, постарайся собраться, да, и сильно не переживать. Если были бы прихвостни, бро, я бы сделал вот так. Я бы сделал вот так. И, скорее всего, я еще одел бы плиту. Зачем? Ну, чтобы был второй карман хила, да? Короче, плита нужна моднявая. Вот. Я бы поставил сюда хил, а вот сюда во вторую ячейку свитки ужаса отпугивать. На всякий случай, если вдруг мне всекут, чтобы я не стек с одного удара. Но если прихвостней нету, все нормалды. Ботиночки и больше ничего не надо. Даже вот хорошо, что я упал, серьезно. Если бы я не упал, я бы не показал тебе важный момент. Что делать, если ты упал? Это очень важный момент. Все, если ты с лютоволком, если у тебя есть вот так вот, да, и по краю вот так аккуратненько, аккуратненько, он зайдет, короче, вместе с тобой. Теперь главное не очковать и помнить, да. Ну, допустим, давай, я не успел, да, ободрать труп. Ну, предположим, что я не специально это сделал. Хладнокровно его ведем. Не переживаем, насколько это вообще возможно. Как обычно, все делает то же самое. Ничего не изобретай, да? Сюда довели. Отлично, подальше отвели. Смотри, его прихвостней уже нет. Теперь ты можешь прям по линии красиво бегать. Ну и все. Самое главное, взяли наш ящик, да? Ящик взяли. Все отлично, можно загрузить весь лут. Красиво подловил, да? Чик. Затупил я с хилом. Прям вообще фантастика, блин. Ну давай сейчас с щитом. Щит, кстати, очень хорош. Но, да? Ну чё он там? 15 единиц дамага заблокируешь ты щитом. И вот хил. Не экономь. Вот так вот юзай. Реально. Юзай заранее. Чтобы периодическое лечение было в момент нападения. Сразу было видно, да, что это волнорез. Чик, хорошо. Вообще безобразие, да? Чё творит мужчина, а? Чё творит? Красава, блин.
Еще такая фишка. Вот остался миллиметр. Все, не буду убегать, да. Сейчас убью его, убью. Бро, на этой штуке ловился не один я. Остался миллиметр, не значит, что ты его сейчас убью. Бей, как обычно. Я показал тебе самую простую тактику в ролике. Тактика одного удара. Удар, убежал. Но ты видел, да, что намного опаснее с щитом, нежели с алебардой. Поэтому мы с тобой оставляли эти алебарды. Оставляй их на Айзенборга. Один капкан достаточен для Ерона. Но лучше поставить два. Поставь где-нибудь вот здесь, чтобы его случайно не активировать раньше времени Айзенборгом. И второй как-нибудь вот так. Все, готово. И ты просто последнего этого Ерона будешь бить в полном стане. То есть он тебе застанет тебя, может, в любой момент. Имей в виду. То есть ему не надо в берсерков ходить, чтобы ты словил стан. Он всегда станет, блинчики. Он, блин, вообще негодяй. Я почему сразу с ним стал биться без капкана? Я это забыл. То есть бери два капкана на Ерона, не жалей их. Здесь тебе дадут коника, деревянного коника, когда ты будешь первый раз проходить. Да ты че прикалываешься, жареный гребаный лук, ну спасибо, блин. Фу. То, ради чего странники Лубени умирают и потеют. Сундук Айзенборга, мужчины Айзенборга, покажите, мужчина, ваш сундук. Покажите. Смотри, как он не хочет отдавать. Прям лег на... Не отдам, это мое. Да все, как бы поздняк метаться, друг. Все, отжали уже. И... Не дали кожный короб. Ну и ладно. Бро, давай сразу подчеркнем весь топ-лут, да? Да блин, тут все, в принципе, тебе надо, если ты новичок. Но, тем не менее, да, особо не вперло. Для лютоволков... Чтобы загон собрать. Оружка не вперла. Тут могут и серп дать ночного гостя. И что тут только нету. Ну вот дали два капкана, два механизма. Да? Капканы мы опять же заюзаем на следующий ходку. Механизмы. Ну вообще по факту это Аиса. Вот это для Аисы должно быть. Мастерство боя Маргин. Да ладно, что серьезно? Слушай, ради этого стоило убивать его. Серьезно. Это беспредел. Это самые юзабельные вепоны. Если не веришь, посмотри серию роликов, как мы бомбим подземелья. Подземелья отрекшься для новичков. Чем выше у тебя эти все вепоны, тем ты вообще фантастичней. Тем ты мужчина вообще серьезный становишься. Неудержимость. Тоже неплохая княжонция, да? Шанс оглушения, заморозки, это серьезная ерунда. Но вот это я бы не сказал, что... Не, классный меч, но блинчики... За товарища Айзенборга могли бы и посолить. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, бро, присоединяйся, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Мы продолжаем играть самую сложную, мозгодробящую, выносящую. Конечно же, это Гримсол. Она такая сложная, и от этого она просто бесподобна. Ну и Лукса, братюня, Лукса. Пока-пока.